Не только в те далекие времена скульпторы и художники создавали рукотворные чудеса. На протяжении всей истории человек не знал покоя, делая все новые и новые открытия. И к нашему времени создал такие технологии, которые помогают воплощать в реальность то, что еще вчера казалось невозможным. Семь чудес света. Висячие сады Семирамиды – одно из семи чудес света, названы так в честь жены вавилонского царя Навуходоносора, ради которой сады были созданы. Пирамида Хеопса – крупнейшая из египетских пирамид, единственная из семи чудес света, сохранившаяся до наших дней. Предполагается, что строительство, продолжавшееся 20 лет, началось около 2560 года до нашей эры. Храм Артемиды в Эфесе. Храм был сооружен в середине 6 века до нашей эры, сожжен Геростратом в 356 году до нашей эры, вскоре восстановлен в перестроенном виде, в 3 веке разрушен готами. Статуя Зевса Олимпийского находилась в храме Зевса Олимпийского в Олимпии, где каждые 4 года проводились Олимпийские игры. Греки считали несчастными тех, кто не видел статую Зевса в храме. Галикарнасский мавзолей – надгробный памятник корейского правителя Мавсола, сооружен в середине 4 века до нашей эры, одно из античных чудес света. Колосс Родосский – гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе в Греции, одно из семи чудес света. Александрийский маяк был построен в 3 веке до нашей эры в египетском городе Александрия, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в Александрийскую бухту. Это был первый в мире маяк, и простоял он почти 1000 лет. В 2001 году стартовал проект некоммерческой организации New Open World Corporation, который был призван выявить современные 7 чудес света. При этом было решено определять отдельные архитектурные и природные чудеса. Победители в первой категории определили 7 июля 2007 года. Победители во второй категории станут известны в 2011 году.